Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня будем обзор сервера Северск Ролеплей. Итак, не удивляйтесь, что здесь зима, здесь потому что зимний модпак, да. Не знаю почему зимний, но я скачал его и он оказался зимний, поэтому не удивляйтесь. Давайте в первую очередь зайдем, посмотрим скины. Постараемся посмотреть скины, сервер без бонуса. 1500 он сразу дается на старте. Так, давайте посмотрим, что у нас за есть за скины. Давайте с конца начнем. Так, вот такой вот скинет у нас есть. Это стандартный, по-моему, скин, если не ошибаюсь. Вот этот прикольный. Так, этот у меня, по-моему, был. Ну, скины здесь довольно-таки неплохие. Сейчас мне интересно машины глянуть. Еще. И тогда я бы сказал сравнение по мудпаку, точно бы. Так, ну, вроде бы нормально. Ебать. Это жестко. Извиняюсь за выкачивание. Сейчас надо его выключить. Так, все, продолжаем. Давайте возьмем скутер и поедем посмотрим, что еще есть на данном серваке. Так, давай, садись на скутер. Аренда 50 рублей, хорошо. Заводим. Как там фара включается у нас? Все, включил. Так, давайте пробьем по GPS местные места. Мэрия города Арзамаса. Мэрия, в принципе, стандартная. Кто не знает, это, можно сказать, мод района, только старый. Только старый, но, возможно, здесь есть переделки. Если мы ехали в мэрию, давайте посмотрим и автопарк мэрии. Это Lexus X6 и бусики и Mercedes. Вход скрином тот недоступен. Ну, у них вертолет еще есть. Довольно-таки нормально. Давайте заедем сюда и посмотрим, что у нас в мэрии есть. Ну, я думаю, она такая же самая, как на районе, в принципе. Северск и Ролеплей. Сервак открылся недавно, поэтому можете заходить. Скорее всего, сейчас здесь все по ГОСТу. Создать семью, работы и получить паспорт. Что нам, в принципе, нужно сделать? Все получили, погнали дальше. Да, это наш мод, короче, только старый. Не знаю, кто-то его, походу, слил просто. На район, то есть, если что, мой сервак. Ну да ладно. Давайте возьмем сейчас скутер. Потому что по традициях он пропадает. Хотя в новом, по-моему, моде нашего не пропадает уже. Поэтому все нормально. В больнице нету смысла смотреть. Скорее всего, она такая самая. Ну ладно, давайте забежим. Посмотрим. Да, в точно такая самая больница, как и у нас. Так, автошкола. Давайте поедем к автошколе. Не знаю, права здесь есть сразу или нету, но, скорее всего, нету. И сейчас нам придется сдавать на права. Ну, соответственно, автошкола такая же самая, как у нас. Так, давайте. Заглушим. Зайдем в автошколу, попробуем сдать на права, если у нас это, конечно, получится, да. Конечно, этот экзамен здесь, это пиздец. Управление зимним транспортом. Далее. Разрешено ли обгон впереди движущийся ТС по городу? Разрешено обгон слева. В случае отсутствия угрозы. Какие типы установлены перекрестки в области? Регулируем... Так, неравнозначно беру. Провален ТС, короче, да. Ну, блядь, на права, сука, сдавать это тут пиздец, конечно. Я тоже не вижу на своей серваке такую хуйню. Разрешен ли обгон впереди движущийся ТС по городу? Что такое ДТП? Дорожный транспорт и происшествие. Что следует делать водителю при проезде перекрестка? Снизить скорость и проехать при отсутствии помех. Разрешен ли обгон по прерывистой линии? Только для велосипедистов, машин со спецсигналами. Для обгон по прерывистой всегда разрешен, по-моему. Да вы что, ебанулись? Разрешен же, по-моему. Бля, как я ненавижу эти экзамены, конечно. Так, машина скорость транспорта средства по городу. 60. Че, ебанул? Блять, я что так плохо дорожные правила знаю. Обгон впереди движущийся ТС по городу. В случае отсутствия угрозы, ДТП, так. Что следует делать водителю при проезде перекрестка? Отсутствие помех, если он по прерывистой линии только для машин со спецсигналами. Да вы заебали, блядь, меня бомбит просто, вы не представляете насколько. Блядь, 60, неправильно, класс, просто охуенно, блядь, ненавижу эти тесты, сука.
Ты даже тут понимаете, тут, походу неправильно просто по городу. Что нужно делать при возникновении ДТП в первую очередь? Остановиться на месте ДТП и вызвать сотрудника ПО. В каком месте водитель имеет право осуществлять парковку? Посреди дороги, на парковке, на перекрестке, на парковке. Можно ли установить спецсигналы на личные автомобили? Нет, нельзя, только на внедорожники. Так, должно ли быть видны госномера автомобиля? Нет, не должны, только сзади, только спереди, должны впереди и сзади. Да, блять, я это сделал просто. На самом деле, я знаю про дорожное движение, я должен был получить права, но не получилось того, что не комиссию не прошел, короче. Не то, что мне что со здоровьем там и так далее, я просто забил хуй на него. Вот достигли места назначения. Класс. А можно мне машинку там? Типа, ага. Сейчас заводимся, фары врубаем. Десяточка, рви. Можно и так проехать, в принципе, не обязательно обижать. Все, я сдал на права, за что какой-то админ пишет, типа, у меня есть его промокод, давайте пробуем его активировать. Open. Вы уже активируете, стоп. Может, что-то неправильно писал. Open. Нет, я что-то не знаю, короче, не работает промокод. Ну ладно, я все-таки сдал на права. Кстати, я вспомнил, что у меня есть свой промокод. Мне его писали, но я забыл про него совсем. Сейчас промо активировать. Вот такой промокодик у нас. Нет, что-то не работает, ладно. Походу не работает мой промокод. Ну да ладно, давайте съездим теперь в автосалон. И уже там посмотрим, что за машины. Так, вот мы приехали. Давайте зайдем. Мы получили правосики, да. Так, погнали посмотрим, что здесь за машины. Ну, блин, система такая же самая, как на сравнении, когда это была. Ну, такое, да. Мудпак вот похожий, да, тоже на наш мудпак очень. Скорее всего, на этом может даже он и есть. Ну, ладно. Да. У нас, по-моему, такой же мудпак был. У меня никакой машины не хватит. О, ягуарчик. Бэха. Бэха, еще одна. Как она? Нива Урбан. Пятнашка, девятос, Субарос, Гелик СВА, Мерседес Брабус, Порш, Рено, 99-я, четырочка, Фольксваген, десяточка. Да, это у нас, по-моему, в таком вот паке было, кстати. Прям такой самый. Ну ладно, нормально, что. Нормалек. Нормалечек. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. IP-группа Modpack будет все в описании. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north.